Благодійний фонд «Твій крок», представники РДК, Руський добровольчий корпус. Сьогодні ми тут для того, щоб передати повнопривідний пікап представникам цього підрозділу, на який ви всі долучалися. Так, да, сьогодні у корпусу дуже хороший день, тому що ребята передали нам отличний пікап, который, скорее всего, будет распределен в одно из штурмовых подразделений корпуса и будет выполнять в ближайшее время уже боевую работу на фронте. Это очень большая, очень своевременная, очень актуальная помощь, поэтому огромная благодарность фонду «Твій крок», огромная благодарность тем людям, которые собирали деньги, которые донатили на эту машину. Для нас это очень важно, очень нужно, и хотелось бы, пользуясь случаем, так скажем, призвать украинское общество, призвать Европу, призвать все цивилизованные страны к тому, чтобы еще больше консолидироваться, еще больше помогать ребятам, которые воюют, и не забывать о том, что война продолжается. Если бы не волонтеры, если бы не безразличные люди, то, наверное, бы мы бы сейчас где-то во Львове, наверное, разговаривали в лучшем случае. Вот, без помощи вот, гражданского населения войну эту не выиграть. Поэтому огромное спасибо, низкий поклон всему волонтерскому движению. Мы очень ценим, очень уважаем.